Не так первый урок полетов. Ну, чего вы ждете? Все встаньте с левой стороны от ручки метлы. И побыстрее. Вытяните правую руку над метлой и скажите вверх. 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 С чувством. Вверх. 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 Заткнись, Барри. Так, когда вы схватили метлу, сядьте на нее верхом и крепко сожмите ногами. Иначе вы соскользнете с метлы. Когда услышите мой свисток, оттолкнитесь ногами от земли посильнее. Держите метлу ровно, зависаете на пару минут, слегка наклоняетесь вперед и приземляетесь. По моему свистку, 3, 2... Мистер Долгопупс? Что ты делаешь? Мистер Долгопупс! Низ! Низ! Осторожно, Невил! Спускайся вниз сейчас же! Мистер Долгопупс! Дороги, разойдитесь! Давай, вставай! Он живой? О, дорогой, у тебя сломано запястье. Бедный мальчик, давай, вставай! Всем твердо стоять ногами на земле, пока я отвожу мистера Долгопупса в больничное крыло. Понятно? И чтобы ни одной метлы в воздухе. Иначе вы вылетите из Хогвартса раньше, чем успеете сказать слово «квиддич». Видели его лицо? Этот тупица крепче держал бы это, если бы помнил, что падают на задницу. Отдай это мне, Малфой. Нет, надо спрятать, чтобы Долгопупс поискал. Как насчет крыши? В чем дело, Поттер? За пределами досягаемости? Гарри, ни в коем случае. Что сказала мадам Трюк? И, кстати, ты даже не умеешь летать. Какой идиот. Отдай мне, Малфой, или я сброшу тебя с метлы. Неужели? Пусть будет по-твоему. Детка!